Весной в Свердловской области наблюдается активизация клещей. Клещи – это паразиты, которые могут передавать различные инфекции, включая клещевой энцефалит и боррелиоз – болезнь Лайма. Поэтому важно принимать меры предосторожности при посещении лесных и травянистых участков, где обитают клещи. Как дела обстоят с обработкой мест на территории города, расскажем далее. Все места общего пользования обрабатываются от клещей управлением городского хозяйства. Контракт заключен, и в данный момент ведется активная работа в этом направлении. На сегодняшний день зафиксировано 200 случаев укуса клещами в городе, что почти в 4 раза больше, чем в прошлом году. Более половины укусов клещей происходит на территории садоводческих товариществ. Обращаюсь к садоводам, ко всем: найдите себе силы, средства, там, с соседями скооперируйтесь, вызовите службу, которая обрабатывает от клещей, и обработайте. Такие же письма мы будем направлять, конечно же, и в управляющие компании, чтобы и домовые территории при возможности обрабатывались. И большая проблема, необходимо проводить еще и дератизационную обработку, это от крыс, там, мышей, мелких насекомых, которые являются переносчиками этих клещей. Безусловно, все места общего пользования обрабатываются от клещей. Этим у нас занимается управление городского хозяйства. Контракт заключен, уже обработаны, и там крадоницы были обработаны, территории кладбищ. И места общего пользования в городе обрабатываются, и прибрежная зона будет обрабатываться. Образовательные учреждения, дошкольные образовательные учреждения, они самостоятельно свои территории обрабатывают. Обработка от клещей включает несколько этапов. Начиная с первичной обработки в мае, этот этап направлен на уничтожение уже существующих клещей и создание защитного барьера. Далее, в июне и в июле проводятся повторные обработки для предотвращения повторного нашествия клещей. Важно отметить, что выбор сухого периода для обработки имеет большое значение. Дождь может смыть ее и уменьшить эффективность. Будьте бдительны и берегите себя.